Привет всем любителям мелодрам, сейчас пойдет рассказ о турецком сериале «Постучись в мою дверь» 4 серия. Но прежде чем мы продолжим, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. Будет много интересного. Итак, «Постучись в мою дверь» — новый долгожданный турецкий сериал, премьера которого запланирована на июнь 2020 года на телеканале Fox TV. Главные роли в этой романтической комедии сыграли такие популярные и любимые многими зрителями актеры, как Керем Бюрсин и Ханди Эрчел. По мнению многих турецких критиков, этот телепроект может стать настоящим хитом летнего сезона вместе с такой новинкой, как «Мистер Неправильный». Дата выхода 4 серии нового турецкого сериала «Постучись в мою дверь» запланирована на 29 июля 2020 года. С русской озвучкой и субтитрами эпизоды будут выходить на следующий день, так как необходимо время для дубляжа серии. Эда Йылдыз всю жизнь стремится получить хорошее образование, чтобы избавить свою семью от бедности. Для этого девушка смогла получить грант, чтобы учиться за границей. Все ее светлые надежды связаны с получением хорошего образования, которое поможет найти престижную и высокооплачиваемую работу. Но по воле случая планы героини срываются. Эда становится виновником того, что серьезный бизнесмен Серкан Балат, предоставивший девушке грант на учебу, оказался в весьма неловкой ситуации. Для того, чтобы исправить ситуацию, Эде предстоит на 2 месяца притворилась его невестой. В противном случае бизнесмен лишит ее гранта на учебу. После некоторого времени притворных отношений Серкана и Эды, молодые люди страстно и безумно влюбляются.